дорогие друзья, мы очень рады вас видеть в зале, что вы оторвались от своих дел, пришли к нам на программу замечательную ансамбль «Родные напевы» Владимирской областной филармонии. Художественный руководитель, заслуженный артист РСФСР Валентин Петрачков. Ему тоже аплодисменты обязательно. И сегодня программа называется «Ретро-шлягер». Песни, музыка замечательная, которая идет в душу, попадает, сердечная, самые популярные мелодии прошлого века, они уже стали классикой, по сути, так сказать, советского времени. И свое выступление мы откроем замечательным вальсом, вальсом вступления, он так и называется, вальс вступления, композитор Фиготин. Послушайте. Для нашего коллектива квартета. Три солиста с нами сегодня приехало. И в разных жанрах они будут вам петь. И открывает программу, так сказать, вокальную, Владимир Савушкин. А споет он композитор. Кто у нас композитор? Не успел ноты перелистнуть. Новиков, композитор Новиков. «Когда идешь ты на свидание». Thank you.
когда подаришь ей букет, и можешь ты вполне надеяться на положительный ответ, на положительный ответ. На положительный ответ, на положительный ответ. Володя, а сейчас прозвучит замечательная песня, она называется «Пароход», из репертуара потрясающего исполнителя, музыканта, основоположника джаза, который зародился у нас в России, Леонид Утесов. «Пароход». Помаленьку облака, выезжает мысль.
тобой, друг, по-прежнему, и как прежде поджидать седока. Катались мы, катались, мчались вдаль с тобой, и скрасивались булыжной мостовой. А теперь плетемся тихо по мостовой, и на яблони клепот головой. Эм, старушка ветреная, старушка древняя сталь, и наши годы длинные, мы друзья старинные, ты верна, как и прежде мне. Я ковал тебя железными подковами, я коляска чистым лаком покрывал, километр свергнув перилами дубовыми, сразу всех тут седоков околдовал. И как же это только получается, все на жизни перепуталось Петром. Чтоб запрячь тебя, я утром управляюся от Сокольника до парка на метро. Его язык музыкальный, как аранжировщика, как исполнителя, он необычен, сразу его слышно. То есть, и он очень много написал аранжировок. Вообще, по сути, 98%, наверное, составляет его аранжировки то, что в репертуаре ансамбля содержится. И сейчас вашему вниманию мы представим такую замечательную композицию, которая называется «Попурри» на темы песен Леонида Дербенева. Они из кинофильмов, еще какие-то известные, так что вы не стесняйтесь, можете подпевать, мы это только будем приветствовать. Итак, Валентин Петрачков, «Попурри» на темы песен Леонида Дербенева. Thank you.
вообще артистов, вот мне некоторые в зале не дадут соврать, что артистов не может быть без зрителей. Мы одно целое, вы согласны со мной? Конечно. Не будет вас, и нас тоже не будет. Кому мы будем музыку играть, кто будет ее слушать и понимать ее тоже. То есть вы такие же музыканты, профессиональные, как и мы. И пришло время познакомиться. Моя замечательная боевая подруга, добрая малая Ольга Рябинина. Аплодисменты. Олечка. Проверенный, в разведку ходили не раз. Балалайка, контрабас, Вадим Дрофа. Баян, лауреат всероссийских и международных конкурсов, Игорь Пискарев. У нас человек очень серьезный, но внутри тон в глубине очень добрый и отзывчивый. Еще раз аплодисменты ему. И добрая альтовая Елена Купцова. Продолжает нашу программу еще одна девочка, с которой не один год мы работаем. Замечательный музыкант, заслуженная артистка России Елена Молодцова. Композитор Островский «Я иду». «Жажда», но она известна по другому названию «Два берега». Ой, замечательная песня, любимая. Лен, подари нам эту песню. Сама я верила,
был рассвет, словно тень крыла. У меня другого нет, я тебя ждала, все ждала. Девчонки, а вы знаете, девчонки. Что, а что это такое Чарльстон? Ну-ка, давайте, ответьте. Такой Чарльстон. Я, если честно, тоже не очень, как-то я в нем не сильно... Это жанр танца, не да? Не сильно, да. Чарльстон. Ну, не знаю, сейчас вот... Ну, давайте. Сейчас Елена Владимировна вам Чарльстон как станцует и споет. Для Чарльстона юбка покороче нужна. Бабушка, отложи ты вязание, заведи старый свой граммофон, и мое ты исполни желание, научи танцевать Чарльстон. Ну давай, жену, со мной не надо долго биться, я сама сумею, ты только поправляй, вот видишь, буду я прилежной ученицей. Ну давай же, бабушка, Чарльстона, выдалась возможность в этом году в отпуск отправиться на Волгу к своей сестре. И вы знаете, вот где нетронутая чистота и природа. И теперь я знаю, откуда произошло.
пошла песня «Умывала красное солнышко». Слушайте, это такая красота, когда солнышко садится. Ой, ну слушайте, мурашки, мурашки, да? И вот заодно это, ради этого стоит жить. Итак, вернемся к нашему ретро-шлягеру. Сейчас прозвучит, опять же, написанная нашим замечательным аранжировка Валентином Петрачковым на популярные мелодии, мировые хиты. Они как российские там есть и там «Цветы, белый сад», что ли, как я не помню, там на трубе соло. Ну, вы сейчас все услышите. Итак, послушайте, музыкальная композиция. Thank you.
перестроимся. Музыка-кино. И ярким представителем этого жанра сейчас выйдет на сцену замечательный наш Владимир Савушкин. Прозвучит песня Геннадия Гладкова из кинофильма «12 стульев». И не рыдаю, на все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем ж мне извиняться, не уступают, я не сумею отказаться. И разве мой талант, и мой душевный жар не заслужили скромный гонорар? Пусть бесится ветер жестокий, белеет мой парус таков, одинокой на поле стали корабли. И согласилась, какая прелесть, но это пьяночка попалась почти не цельц. Орлин лицом на пол, изящный поворот, и прием запретный порт. О наслаждение! Скользи по краю, соприте ангелы, смотрите, я играю. Грехов моих разбор, оставьте до поры, вы насладитесь красотой игры. Пусть бесится ветер жестокий, туман лежит эйских морей. Не апостол, и для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от самого моего я посетею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, на все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. Пусть бесится ветер жестокий, умоле житейский морей. Белеет мой парус таков, одинокой на поле старинных кораблей. Замечательная композиция, тоже композитор Гладков. Куплеты министра, вы заметили, да, Андрей Миронов. Андрей Миронов замечательный образ, он показывал в различных кинофильмах, и сейчас куплеты министра. Крылышками бяг-бяг-бяг-бяг.
звездочек, яркая рыбка. Зубки жемчуг, а губки коралл, хороши, как же грудь с улыбкой. Я таких никогда не встречал, пусть исправится эта ошибка. Из репертуара, я скажу так, репертуар Андрея Миронова, песенка о шпаге. Звон бокала, с детства мне ласкай звук. Шпага многим показала, что такое брак и бог. Жип-жип-жип, просигадай-ка, жип-жип-жип. Тонна новенького, ну, тонна новенького. Подходите, ну, ближе-ближе, вам урок привать несу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Сорвите на носу! Жить, жить, мастика новенького, жить, жить! Тонна новенького, тонна новенького, да, тонна новенького. На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И быть может скоро кто-то, и быть может скоро кто-то пропоет мне во мне. Жить, 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 мастика новенького, жить! Совершить святую месть. Жить, жить, жить. Достига новенького. Жить, жить, жить. Тонна новенького. Тонна новенького. Да, тонна новенького. Сначала, конечно, все немножко удивляются, а потом сразу вспоминают замечательную плеяду артистов, кинофильмы,
комедию Гайдая. Александр Зацепин, «Рынок». Согласитесь со мной. А сейчас продолжает нашу программу замечательная Валерия Кириллова, и споет она «Островский, я тебя подожду». Давай, Лерочка, мы тебя подождем. Еще!
вам слово девочка не дам. С нами иногда поет, она, так сказать, она еще выбирает, какую песню вы мне предложите. Тогда я, может быть, исполню. Я шучу, конечно. Лерка отзывчивый, замечательный, талантливый человек. Давайте еще раз поаплодируем. Да-да-да-да-да-да. Ну, а сейчас прозвучит замечательная мексиканская композиция. Это, оказывается, кубинская разновидность рондов каких-то там, значит, вы знаете, нужно почитать. Если сказать, что «Целуй меня крепче», знаете, что за песня? Ну, поднимите руку, «Целуй меня крепче», как что за песня? Никто не знает. А если мы скажем «Бесаме мучо», представляете? И сейчас для вас звучит «Бесаме мучо», «Целуй меня крепче». Минуточку. «Зимний вечер в Гаграх». И называется эта песня «Дружба». А написал ее замечательный, простой русский композитор Сидоров. Так все поем вместе «Дружба». Меня, мой друг, необычайный.
спасибо. Вот видите, вот он в момент, когда человек аплодирует, он живет этим. Да, да. Спасибо огромное. Спасибо, спасибо. И продолжит еще нашу программу. Сейчас мы споем замечательно. Вот знаете, наша встреча – это счастье, да? Скажите, ну счастье. Человек живет, он проснулся, ручки, ножки. День, Господь Бог подарил ему новый день. Это счастье. Ну, вот со счастьем кто-нибудь пробовал разговаривать? Никто. А вот сейчас Владимир Савушкин нам покажет, как со счастьем говорит. Итак, разговор со счастьем. Александр Зацепин. Все у нас.
Божьей помощи, и будьте здоровы, и до новых волнующих встреч!